подводим итоги встречи с Романом Горбуновым. Корби. Yep. Очень хорошо играть сегодня. Спасибо, спасибо, Майкл. Спасибо. Скунс. Вот и Райан Скунс раз меня зовут. Как прошел матч, скажи в двух словах. Ну, в двух словах, это хорошо, что выиграли. Атака первый период был не очень в нашем исполнении. Не знаю, вроде вышли настроенные, а так... Ну, хорошо, что переломили ход встречи. Надо будет в следующий раз начинать с первого периода, а не потом догонять. Сегодня случился такой интересный эпизод. Ты дважды забросил, да, и эти голы пошли вслед друг за другом. Первый раз шайбу не засчитали за положением игры, второй раз ты... забил все-таки, ну. Как вообще это? Да там просто я это смотрю, Серега Сапега с скамейки выходит удаление, я ему отдал и ждал, пока он там своими в своих галошах шлыгает, блин, я уже его обогнал, уже вернулся, опять приехал на пятак, забил, блин, и все равно не засчитали, думаю, блин, и просто он пропустил сборы, ему надо немножко потренироваться, а потом играть. А вообще как оценишь саму победу над сборной все-таки? Ну рабочая. Обыграл авангард. С нашей стороны это была рабочая командная победа, а так в сборной видно, что ребята все мастеровитые, такой азартный хоккей молодой, бегут все, обыгрывают, то есть, ну, было интересно играть. Теперь на пару неофициальных вопросов. Как оценишь игру Пашева Фламива, сегодня у него левый дубль? Пашка молодец, всегда находится там, где шайба, и замыкает хорошо. Чуйка у него. Связываешь ли ты эти заброшенные шайбы с тем, что вчера на анонсе матча был ты, а сегодня Паша? Его оба запросили. Ну да, кого выкладывают на анонс матча, тот и забивает все время. Кого следующим было быть? Я думаю... сложно, не, сложно сказать, потому что я сейчас кого-нибудь отмечу, а обидится кто-нибудь. Поэтому это уже ваш выбор. Команду выбрать? Команду целую. Вратаря можно, вдруг вратаря снимут, и наш голкипер, кто будет завтра стоять, ну, на следующей игре, да, будут бросать по воротам. Это Шостак или Колос? Младший Шостак, Ян.